На улице Старой Загоры работает тяжелая техника. Здесь продолжается комплексное обновление. Это уже второй этап ремонта. Первый участок от Советской Армии до Нововокзальной почти готов. Подрядчик приступил к восстановлению дороги от Нововокзальной до Воронежской, взяв на себя повышенные обязательства. Этот участок изначально был запланирован на 2020 год. Ремонтирует улицу по контракту трехлетнего жизненного цикла. Это когда мероприятия по ремонту и дальнейшему содержанию отремонтированного участка улицы выполняются силами одной подрядной организации. Хочу отметить, что и зимнее, и летнее содержание будет выполняться силами одного подрядчика. У него будет стимул выполнить работы качественно, в установленные сроки. Комплексный ремонт Старой Загоры ведется по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На первом участке обновили дорожное полотно, отремонтировали инженерные коммуникации, установили светофоры, дорожные знаки и пешеходные ограждения. Не забыли и про разметку на дороге. С учетом мнения горожан, наполовину до 460 машиномест увеличили количество парковок. Самарцы преображению улицы Старой Загоры рады. Ну, конечно, хорошо сделали. И асфальт поменяли, и дорожки, и все есть. И до конца мы дальше живем ниже, и там начинается все. Так что очень хорошо, спасибо. В следующем сезоне с наступлением постоянных положительных температур Старая Загора преобразится до улицы Ташкентская. По контракту жизненного цикла в Самаре обновляют и улицу Победы. На участке от Елизарова до Кирова работы завершили раньше срока. В ремонте уже следующий участок до перекрестка с Воронежской. Лариса Шлафаст, Константин Головин, «События».